Здравствуйте, наши первые обновления подошли к концу, но мы получили не все подарочки за хлопковую ферму. Нам тоже положено. И дают нам за это 25 изумрудов. Ура! Ну и, конечно же, это таки не все. И вот еще вот такой вот приз за постройку хлопковой фермы. Давайте смотреть. Он просто приз и все. Он больше ничего не значит. Так что мы получили в итоге 25 изумрудов. И вот такой вот чудный приз. Я, конечно, думала, что-то будет внутри, но внутри оказалось больше ничего нет. Ну и так, 25 изумрудов тоже хороший подарок. И на этом все. До новых встреч.